программу «Губерния», и вот главные темы выпуска. Суд отправил начальника регионального здравоохранения в СИЗО. Артура Фокина обвиняют в мошенничестве в составе преступной группы. Расскажем, почему Начздрав свою вину не признает и в чем суть обвинения. Двое погибли, пятеро ранены. За выходные в регионе произошло несколько серьезных ДТП. Такой святой на кладбище, ты что? В Богородском разбили несколько памятников. Как и кто мог повредить могильные мемориалы, расскажем. Автомобиль скорой застрял в грязи у дома пациента в деревне Грезино. Вытащить ее не смогла и пожарная машина. На помощь пришли грязепуты. Если не слышали о такой команде, не пропустите наш репортаж. Пройдя путь 82 года, он все еще помнит голос из детства. Единственное, что у меня запомнилось на всю жизнь, это два слова. Мама хлеба. Дитя блокады Евгений Моисеев в память о страшных днях осады Ленинграда своими силами готовит мемориал памяти. Не пропустите специальный репортаж Натальи Сергеевой. В студии Алина Марычева. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Артура Фокина отправили в следственный изолятор. Меру пресечения директору департамента здравоохранения области суд определил в субботу. Репортаж Татьяны Прокопенко. О задержании Артура Фокина стало известно в пятницу утром. На работе и по месту жительства Начздрава прошли обыски. Но правоохранители не комментировали происходящее. Было известно, что уголовное дело расследует областное управление ФСБ. В тот же день Фокину было предъявлено обвинение. И только в субботу днем стало ясно, в чем именно. В субботу же Октябрьский районный суд решал вопрос о мере пресечения задержанному. Вот только решался этот вопрос за закрытыми дверями в отсутствии СМИ. Даже ходатайство о работе журналистов на заседании рассматривалось без них. После чего было оглашено решение – снимать, фотографировать, вести аудиозапись нельзя. Да и присутствовать разрешили только в начале, на коротком оглашении обвинения и в конце, когда судья оглашал решение. Все остальное время, более трех часов, озвучивали и обсуждали документы, которые представляют тайну следствия. Официальный релиз ФСБ не содержит подробностей. Следствие установило, что директор департамента причастен к хищению более 10 миллионов бюджетных рублей при закупке медицинского оборудования. В январе по этому же делу был задержан заместитель Начздрава Алексей Буянкин. Артур Фокин вину не признает. Суду заявил, что вообще не считает, что было совершено преступление. Мы полагаем, что Артур Мирабович действовал в соответствии со своими должностными полномочиями, никаких нарушений норм федерального законодательства он не допускал. Как удалось выяснить, речь в обвинении идет о закупке кислородных концентраторов осенью 2020 года. Тогда во вторую волну коронавируса больницы региона в экстренном порядке перепрофилировали под ковид-пациентов. Требовалось дополнительное оборудование. По версии следствия, оно было закуплено без заключения контрактов. Тем самым были созданы условия для заключения договоров поставки по завышенным ценам. Общий ущерб оценивается в 10 миллионов 440 тысяч рублей. Потерпевшими признаны кардиодиспансер, Кенишемская ЦРБ и Департамент здравоохранения. Мы узнали, что в деле фигурирует несколько контрактов, большинство с питерской компанией «Медрус». Именно директор этой фирмы Юрий Ельчанинов стал первым фигурантом уголовного дела, которое возбудили 26 апреля 2021 года. А еще неустановленные лица Департамента здравоохранения. Ельчанинов написал явку с повинной. Основываясь на его показаниях, на допросах свидетелей из медсферы региона, на данных прослушки и результатах оперативно-розыскной работы, следствие предъявило обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, сначала заместителю директора департамента Буянкину, а потом и директору Фокину. Сам Артур Фокин пояснял в суде, что область в тот момент проходила тяжелейший период, и решение необходимо было принимать на ходу. На суде следствие просило отправить задержанного в следственный изолятор, чтобы он не мог повлиять на свидетеля и скрыть улики. Прокуратура поддержала ходатайство следствия. Артур Фокин и его адвокат просили о домашнем аресте или о запрете определенных действий. Мы считаем, что нет даже самого события преступления, которое ему вменяется. Но, к сожалению, суд пока не согласился с нами и поэтому избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Безусловно, мы будем обжаловать данное постановление суда в Ивановский областной суд.
поскольку полагаем, что действительно наши доводы не были судом в полной мере учтены. Артура Фокина заключили под стражу до 15 июня. Ранее Алексею Буянкину продлили срок содержания в СИЗО до 26 апреля. Татьяна Прокопенко, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». В субботу ночью в Иванове в ДТП погиб человек. На месте происшествия правоохранители не сразу нашли его тело. По предварительной версии, авария случилась из-за того, что мужчина сел за руль пьяным. Все произошло в фабричном проезде. Автомобилист ехал в сторону улицы Тимирязева. Дорога в этом месте на спуске к Уводе делает небольшой изгиб. Вполне вероятно, что машина двигалась с превышением скорости. Водитель не вписался в поворот, автомобиль выбросило с дороги. Машина врезалась в столб и перевернулась. В момент удара мужчина вылетел из салона вместе с лобовым стеклом. Его тело нашли не сразу. Правоохранители посчитали, что водитель сбежал. Однако один из спасателей обратил внимание на сломанную камеру видеонаблюдения на бетонном заборе. За ним и нашли тело погибшего. Еще одно смертельное ДТП произошло в Шуйском районе. 42-летний мужчина шел вдоль проезжей части. На него наехал Hyundai Solaris. Пешеход скончался от полученных травм. ДТП произошло в темное время суток. По всей видимости, у погибшего не было светоотражающих элементов на одежде. И автомобилист не разглядел его в темноте. А в этом ДТП серьезно пострадали 5 человек. В их числе ребенок. Причиной аварии стал лось. Происшествие случилось в Тейковском районе у населенного пункта Синяя Сока. Животное выскочило на проезжую часть. Это случилось в темное время суток. Водитель «Тойоты» не успел среагировать на помеху, которая неожиданно появилась в лучах фар. Машина ударила лося и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем. Животное погибло на месте. 4 человек с различными травмами доставили в больницу. Еще один участник ДТП позднее обратился за медицинской помощью самостоятельно. А эта авария произошла на дороге Фурманов-Дуляпино. Водитель не вписался в поворот, зацепился колесами за обочину, и в итоге результат на видео. К счастью, несмотря на яркие последствия, ДТП обошлось без жертв. Сергей Веселов, телекомпания «Барс». Налоговые каникулы помогут предприятиям удержаться на плаву. Губернатор области Станислав Воскресенский посетил компанию «Исток-Пром», которая производит спецодежду. Там он рассказал о льготах для малого и среднего бизнеса. Подробности у Ирины Афониной. Компания «Исток-Пром» на рынке 26 лет. Специализируется на производстве специальной и форменной одежды для государственных и коммерческих корпораций, для нефтяной, газовой отрасли, Минтранс, РЖД, авиакомпаний. Мозг компании – экспериментальный цех. Здесь осуществляются разработки новой продукции, поставляют изделия на внутренний рынок. Все оборудование у нас – это не российского, да, скажем, выпуска. Все оборудование у нас импортное. Но в данной ситуации поставщики швейного оборудования и необходимых к нему запчастей уверяют, что рынок наполнен и проблем у нас не будет. Оборудование в основном привозят из Китая и Японии. С ростом курса доллара цена на него изменилась в сторону увеличения. Это предприятие работает с государственными корпорациями, выполняет госзаказы. Рост цен, в том числе и на сырье, фурнитуру, приводит к увеличению отпускных цен на продукцию. Предприятия швейной отрасли, в том числе и «Исток-Пром», обратились к губернатору с вопросом, как работать с государственными контрактами в условиях санкций. Глава региона обратился, в свою очередь, в Министерство финансов. Есть специальное разъяснение Минфина России. На эту тему я попросил своих коллег во все наши деловые ассоциации, в «Опору России», в «Деловую Россию», в «Центр мой бизнес», чтобы письмо было в наличии, если оно вдруг кому-то потребуется. Также Станислав Воскресенский озвучил ряд налоговых преференций для предприятий малого и среднего бизнеса. Решение принято после неоднократного общения с руководителями. Те предприятия, которые платят налог на имущество организации, смогут в первом и втором квартале этого года этот налог не платить, а заплатить этот налог в ноябре-декабре этого года. Решение принято на опережение, пояснил глава региона, на тот случай, если организации столкнутся с трудностями поставок сырья, либо с трудностями логистического характера. Те предприниматели, которые используют упрощенную систему налогообложения, практически все виды деятельности, за исключением торговли и естественных монополий, смогут, опять-таки, за первый и второй квартал не платить налог по упрощенной системе налогообложения, а заплатить его только в ноябре и декабре. То же самое касается и наших фермеров. Отмена авансового налогового платежа позволит в случае непредвиденных ситуаций предприятиям работать ритмично, выплачивать зарплату, выполнять социальные обязательства. Документы будут подписаны в самое ближайшее время. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».
Осколки вместо мемориала. На кладбище в Богородском разбили несколько памятников. В вандализме родственники подозревают пьяную компанию из деревни Бяково. Подробнее в нашем репортаже. Родилась в 1932 году. Пережила войну. Свеча на могиле Галины Ивановны еще теплится. От надгробия остались лишь осколки. Это вербное воскресенье родственникам захороненных на кладбище в Богородском пришлось встретить со смешанными чувствами. Чуть дальше еще одно разбитое надгробие. Ирина не может сдержать слез. Памятник на могиле ее мамы простоял всего 7 лет. Сломали не просто памятник, а сквернили память моей мамы. Я очень надеюсь, что этих людей, не людей, поймают. И я посмотрю им в глаза. И хочу задать вопрос, зачем и за что? Эта часть кладбища городская. Хоронят здесь в основном жителей Иваново. В субботу, когда родственники обнаружили разрушение, они сразу же сообщили в администрацию. Когда смотрители объехали кладбище, они обнаружили еще несколько разбитых надгробий. Большинство из них расположены вдоль дороги. Видимо, вандалы просто шли мимо и испытывали памятники на прочность. По одной из версий, могилы осквернила пьяная компания. Предполагают, что молодые люди шли из деревни Бяково через кладбище. По словам очевидцев, еще в субботу на надгробиях были следы от обуви. Видимо, чтобы сломать плиты, на них прыгали. Уроды. Это как вообще можно? Такое святое на кладбище. Это что? Даже не можешь представить, что это кому-то это нужно и что можно такие деяния производить. Пока правоохранители зафиксировали 4 случая повреждения надгробий. В ближайшее время с родственников захороненных возьмут заявление. В понедельник утром в глубине кладбища обнаружили еще несколько разбитых памятников. Сотрудники планируют повторно вызвать полицию. Проехались и обнаружили, что в квартале 9Н, 8Н, 6Н и 13 было разбито 13 памятников. Видеокамеры на входе, видеозаписи изъяты, будут отработаны также сотрудниками полиции. Все это им передано. У полицейских, между тем, есть и еще одна версия. Предполагают, что памятники могли повредить во время работ по очистке дороги от снега. Отметим, что могилы в Ивановской области оскверняют регулярно и в основном именно весной. Последний раз мы рассказывали такие истории в 2019 и 2020 годах. Подозревали в разрушении надгробий сборщиков металлолома и подростков. Ответственность по статье «Вандализм» может быть достаточно серьезной, вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. Марина Зейна, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем далее. Автомобиль скорой застрял в грязи у дома пациента в деревне Грязино. Вытащить ее не смогла и пожарная машина. На помощь пришли грязепуты. Если не слышали о такой команде, не пропустите наш репортаж. Пройдя путь 82 года, он все еще помнит голос из детства. Единственное, что мне запомнилось на всю жизнь, это два слова. Мама хлеба. Дитя блокады Евгений Моисеев в память о страшных днях осады Ленинграда своими силами готовит мемориал памяти. Не пропустите специальный репортаж Натальи Сергеевой. Нашу редакцию прислали шокирующие кадры. В Вичугском районе под тающим снегом обнаружено кладбище коров. Местные жители предполагают, принадлежат они скандально известному фермеру Лакомкину. Телекомпания «Барс» сделала цикл репортажей о том, как в его хозяйстве живые животные лежат среди умерших. Вот такую находку обнаружили местные жители. Впрочем, подобные картины они наблюдали и раньше. Информация о ненадлежащем содержании животных на ферме Лакомкина вызвала отклик не только у пользователей социальных сетей. Было возбуждено уголовное дело. С проверкой в хозяйство наведались представители Россельхознадзора. Впрочем, фермер Владислав Лакомкин спокоен и уверен в своей непогрешимости. До сих пор занимается бизнесом. Видите, сколько здесь коров? Ну, голов 20 точно лежат. Это только в этой яме. В деревне Грязино Лежневского района в субботу вечером застряла машина скорой помощи, которая приехала на вызов. Выручить экипаж прибыли добровольцы. Оказывается, в регионе уже не один год на помощь застрявшим автомобилистам приходит команда «Грязепуты».
Сначала в грязи у деревенского дома застряла скорая, а потом крепко села в глину и пожарная машина, приехавшая на подмогу. Кто-то из местных вспомнил о грязепутах, тех, кто спешит на помощь по первому зову любого автомобилиста. В группе грязепутов увидели СОС о том, что в деревне Грязино застряла скорая помощь. Поскольку мы находились ближе, в Новогорках выехали, приехали, оказали помощь, выдернули скорую помощь. Эти трое добровольцев – лишь малая часть большого сообщества. Всего участников группы ВКонтакте более 5000, тех же, кто регулярно выезжает – около 300. Когда ты едешь на куда-либо, кого-то вытаскивает, ставишь себе задачу, которую, когда ты, если выполнишь, для тебя какое-то, может быть, удовлетворение или все такое. Ну и соответствующие, это большая семья, да, как говорится, как 300 спартанцев, одни вот так вот, да, то есть у нас заднюю никто не дает, готовы на все, и это приятно. Грязепуты рассказывают, что чаще всего к ним обращаются зимой. В межсезонье тоже много просьб о помощи. Бывают необычные случаи. Были случаи, когда МЧС сказала, что не сможет достать машину. А мы просто ради своего спортивного интереса попробовали. У нас получилось, мы вытащили ее зимой из-под льда. И то есть любой может к вам обратиться? Да. Если у нас есть силы, и мы можем помочь, мы поможем. Грязепуты давно работают и совместно с поисковиками «Лиза Алерт». Нередко для розыска потеряшек требуется проходимый транспорт. Как раз сегодня объявлены подобные сборы. Кинолога с собакой нужно доставить в деревню Лукского района. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания «Барс». Герой нашего следующего специального репортажа – Евгений Михайлович Моисеев. Во время блокады был вывезен из Ленинграда по дороге жизни. В Кинешемском районе ветеран Великой Отечественной войны планирует самостоятельно сделать мемориал памяти, посвященный жителям блокадного Ленинграда. Его часть – мемориальную плиту – он хочет открыть уже 9 мая в годовщину Победы. Наша съемочная группа отправилась в гости к Евгению Моисееву в глухую деревню Гаврилово. Эта дорога соединяет основную магистраль с деревней Гаврилово, единственная, по которой можно добраться в город. Настоящая дорога жизни, которых у Евгения Михайловича Моисеева было в судьбе несколько. В этом доме с крыльцом цвета неба живет наш герой. Он такой красивый, бодрый. И больной. Я тоже больной. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Михайлович. Кто бы мог подумать, что ему уже 82. Энергичный, идейный. 12 лет назад купил себе в деревне участок земли с сараем. Все эти годы своими руками делал дом, которым гордится. Здесь у него маленькая Италия. Не тяжело вам таскать-то ведрами? Ну, если бы мне было тяжело, я бы ничего этого не сделал бы. Вот. Значит, здоровье крепкое. А за счет работы и здоровья получается. Сейчас. Эту комнату Евгений Михайлович отремонтировал недавно. Дизайнерская мысль на этом не заканчивается. Вот здесь диван хороший будет. Там этот торшер с лампочкой, чтобы можно почитать все вот это. А здесь стенка, вот, ну, холодильник большой сюда, вот. А гости-то у вас часто бывают? Кто? Гости. Никого не бывает. Деревня глухая. Из жилых в Гаврилове три дома. Мобильная связь слабая. Быстрее приехать, чем дозвониться. Какую волну ловите? А Ивановскую, а что тогда? Не ловится, да? Не ловится что-то. Телевизора у Евгения Михайловича уже лет 7, как нет. Смотреть некогда. Все время проводит на своем приусадебном участке. 3 года рыл котлован, потом еще 2 закладывал фундамент под бассейн. Летом планирует запустить фонтан. Высадил каштаны. Здесь между ними будет 2 лавочки. Здесь лавочка и там для туристов. И чтобы на фонтан смотрели. Вообще вода, она успокаивает хорошо. Она ее бы...
как смотрел, не насмотрелся. Вот. Все время она нравится. Угу. Вот. И как природа, так и она и относится к природе. А вот когда туристы будут на лавочке, да, смотреть на фонтан, они расслабляться будут, разговаривать будут. Это только часть большого плана ветерана по организации здесь памятного места. Евгений Моисеев – ребенок блокадного Ленинграда. Когда ему было 3, их со старшим братом нашла чуть живыми соседка по ленинградской квартире. Они лежали, прижавшись к уже окоченевшей матери. Она умерла от голода. Что вы помните о Ленинграде, о блокаде? А что помнит 3-летний ребенок? Маму. Только маму. Единственное, что мне запомнилось на всю жизнь, это два слова. Мама хлеба. Вот эти два слова, они мне до сих пор в голове. Тогда их с братом по дороге жизни увозили из умирающего города. По пути слабенькому мальчику Жене стало плохо. Чтобы спасти, паренька высадили в районе Кинешмы в детский дом. Так Ивановская область стала для Евгения Михайловича родной. И здесь он хочет оставить память о тех, кто жил в блокадном Ленинграде. За несколько лет он уже высадил целый парк памяти – 900 елей о каждом из дней осады. Все рядами. Все. Прям так ровно вы? Да. По веревке все сажал. По веревке? Да. Я даже сейчас вот думаю, ну как это я мог это? Кто-то мне это посадил, что ли, это? Мне не верит, что это я все создал. Создает Евгений Михайлович в одиночку сейчас мемориальную аллею. У него уже высажены кустарники и подготовлены материалы для оснований под 22 стеллы. На них будет история блокады Ленинграда, а с оборотной стороны – виды современного Петербурга. Вот, вот такая же фотография от и до будет очень красивая. Можно подумать, проходить вокруг и... как будто ты в Ленинграде побывал. Почему важно вот мемориал этот сделать для вас? Именно памяти, блокада. Дело в том, что мы, дети войны, это последние, как говорится, кто видел войну. Если мы не сделаем то, что мы видели, то, что мы слышали от родителей, все, уже никто не сделает. А потому уже 9 мая ветеран планирует заложить начало аллеи, установить мемориальную плиту памяти жителей блокадного Ленинграда. Под ней будет покоиться земля, привезенная с Пискаревского кладбища. Вот мне этот дьяческий школьники... прислали вот капсулу с землей Пискаревского кладбища. Вот это под плиту я вот это буду ложить. Заказывали сами, да? Сам я заказывал, да. И сам это то, что вот написано, все вот это придумал, ну, все это. Ваш дизайн. Сообразил. 40 000, вы сказали? Да, 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 да. Много, дорого. А сейчас все дорого. Сейчас все дорого. Вот. Но никаких денег не жалко, я так понимаю. Мне никаких денег не жалко, лишь бы сделали. Евгений Михайлович старается держать себя в хорошей физической форме, потому что планов и целей у него еще очень много. Говорит, есть 3 года, чтобы завершить мемориальную аллею и открыть ее к 80-летию Великой Победы. Наталья Сергеева, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». Все, кто хочет помочь Евгению Михайловичу в его большом и добром деле, могут обратиться к добровольцам движения «Православный фронт». Они готовы сейчас организовать взаимодействие с ветераном. Связаться можно с руководителем добровольческого движения Евгенией Золотовой, по телефону которой вы видите на экране. А теперь несколько слов о погоде, что обещают синоптики на ближайшие сутки.
Внимание! Небывалая акция. Карнавал угощений. Текстильный центр «Рио» раздает бургеры, лимонад, кофе и текстильные подарки своим покупателям. На каждые 500 рублей вашей покупки получайте 25 «Рио-рубликов» и обменяйте на вкусные призы. Акция действует только по будням. Во вторник в нашем регионе ожидается ясная солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 13 градусов. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 38%. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, нас ждет дальнейшее потепление и никаких осадков. Сразу после новостей объявления в городской хронике. Интересные истории, видео и фото вы можете отправлять на наши редакционные мессенджеры Viber и Telegram. Номер вы видите на экране. Присылайте свои темы через сайт Иваново News или звоните по телефону горячей линии 58 77 77. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго!